Привет всем! В этом видео я расскажу о своем опыте использования трехуровневого регулятора напряжения и о том, как им правильно пользоваться. Установил этот регулятор около 10 лет назад, ездил на работу, расстояние до работы было около 3 километров. Аккумулятор, конечно же, не успевал подзаряжаться за это расстояние. Со временем недозаряд накапливался, и бывало, что с утра я вообще не мог завести машину, приходилось подзаряжать аккумулятор от зарядного устройства. Если после ночной стоянки автомобиля померить напряжение на аккумуляторе, то у полностью заряженного аккумулятора оно должно быть 12,7 вольт. За месяц при таких коротких поездках недозаряд аккумулятора накапливался, плотность падала. В некоторых банках она падала до 1,21 и меньше было. В летний период нужно проехать на машине не менее 4 километров для того, чтобы аккумулятор успел восстановить свой заряд после пуска двигателя. Но в зимний период аккумулятор замерзает, и он практически не заряжается, пока не прогреется. То есть расстояние увеличивается в несколько раз. На автомобиле ВАЗ-2107 Нива напряжение бортовой сети 13,5–13,7 вольт. А если включить свет, то напряжение проседает, а с включенной печкой еще сильнее проседает. Зарядный ток аккумулятора падает, ну и недозаряд аккумулятора со временем накапливается. Трехуровневый регулятор помог в этом. При поездках на работу я устанавливал самое большое напряжение с помощью тумблера. 14,7 вольт. Если включить печку, фары, то напряжение проседает не сильно, до 14,2 вольта. Если нужно было большее расстояние проезжать, например, километров 40-50 и более, то тумблер на регуляторе устанавливался в среднее положение. Напряжение падало до 14,2 вольта. В общем, с помощью регулятора можно регулировать напряжение генератора в зависимости от трех факторов. Это состояние аккумулятора, расстояние и время года. Это зима либо лето. В летний период бывает, что аккумулятор перезаряжается, электролит начинает кипеть, запотевает крышка аккумулятора рядом с пробками. В этом случае можно поставить минимальное напряжение, это 13,7 вольт. В общем, уровень напряжения на регуляторе выставляется в зависимости от того, в каком состоянии находится аккумулятор. Например, отъездили мы 2 недели, померили напряжение на аккумуляторе после ночной стоянки автомобиля, оно меньше 12,7 вольт. В этом случае можно на несколько поездок поднять напряжение, потом опять проверить, в каком состоянии находится аккумулятор. Ну, в общем, нужно отталкиваться от состояния именно аккумулятора. Также меряем плотность электролита. Это продлит срок службы АКБ. Я уже давно не пользуюсь зарядным устройством, то есть регулятор позволяет зарядить аккумулятор до нормального состояния. Ну, конечно, лучше всего следить за его состоянием, если нужно подзаряжать уже от зарядного устройства. Ну и таблица зависимости напряжения аккумулятора от степени заряда. Если напряжение 12,7 вольт, значит аккумулятор на 100% заряжен. 12,5, 90%, ну и так далее. Проверять это напряжение нужно после ночной стоянки автомобиля. То есть это нужно для того, чтобы аккумулятор какое-то время постоял в состоянии покоя, ну и все химические процессы в нем стабилизировались. Если было полезно, ставьте лайк. Всем пока.